Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале «Мода и жизнь», мой канал «Мода и красоте», также об умном шопинге. Кто попал на это видео случайно, потому что привлекла, возможно, тема этого видео, скажу, что мне 38 лет, и я человек, который уже много лет, 7 лет примерно, не пользуется никакой косметикой, никакой уходовой косметикой, никакими уходовыми процедурами. Я за лицевую гимнастику, также за интенсивный массаж. Интенсивный массаж я много раз показывала в своих видео, потому что были запросы, были вопросы. Но сегодня я покажу вам свой новый массаж. Массаж вот такой банкой. Банка, не предназначенная для лица. И это видео, сразу хочу сказать, не является призывом к тому, чтобы показать вам, как мне кажется, и вы должны делать, чтобы сохранить свою молодость, чтобы выглядеть как можно лучше. Нет, это просто видео, что называется, повод для размышления, потому что я считаю, что любую информацию, которую мы получаем, тем более здесь на YouTube, которая является прежде всего каким-то личностным опытом, не основанным зачастую на профессиональных знаниях, а нужно проверять, нужно, в общем-то, искать свою информацию. Это видео действительно просто инфоповод для того, чтобы, если вам понравится, если вы задумаетесь, вы просто пойдете в интернет и изначально хотя бы погуглите, ну и начнете изучение всего. Именно так начинаются мои самые чудесные открытия, потому что какой-то вопрос меня привлекает, как эта тема привлекает, я начинаю гуглить. Итак, для любого массажа нам понадобится масло. Я купила это масло вместе вот с этой банкой и рассказывала, что была сходная цена. Это действительно так. Я вернулась за второй банкой, чтобы присасывать здесь и здесь. У меня вся спина, кстати, тоже в следах от банок. Не знаю, видно или не видно. На каких-то видео, где я снимаю свои аутфиты, наверное, видно следы от банок. Кто-то может подумать, что даже это дефект кожи. Но это следы от банок. И я хотела, и обязательно куплю себе набор вот таких больших банок. Буду везде, где достану, себе ставить, потому что мой муж сказал, что он, в общем-то, в этом помогать мне не будет. Он очень... вся эта техника вызывает у него сомнения. Свой массаж руками, я много раз говорила, делаю без масла, тем более сейчас в такую жару. Ну, раз уж маслица у меня есть, я, пожалуй, нанесу. Тем более, что технику массажа вот такой большой банкой я, конечно же, еще не очень освоила. А по банке, по маслу банка скользит прежде всего гораздо-гораздо проще. Какое масло взять? Вам подойдет любое масло. Любое масло, которое вы имеете на кухне растительное, вам подойдет. Потому что масло, если вы его нанесете меньше, чем на какие-нибудь 6 часов, оно просто не проникнет, оно просто очистит вам кожу. Соответственно, полагаться на какие-то особенные свойства масла. Кстати, когда я говорю, что я ничем не пользуюсь, мне бывает пишут: Яна, ну как же вы ничем не пользуетесь? Вы пользуетесь маслом. Я маслом пользуюсь не в целях ухода, а в целях снятия макияжа, в целях также иногда массаж все-таки делаю по маслу. Ну, бывает хочется, бывает такое приятно. Банка. Что я делаю? По лбу я приноровилась присасывать банку и водить ею. Вот таким образом. Без камеры. Сама я это делаю все более интенсивно, но банка издает такой неприятный звук, когда она отсасывается. Соответственно, чтобы все было видеоэстетично, я буду водить медленно. Я обычно это делаю несколько быстрее. Ну и избегая, вот сейчас она отсасывается, когда я это чувствую, я ее сама, в общем-то, отпускаю, чтобы она не издавала такие неприятные хлюпающие звуки. Вот таким образом. Удобнее делать в одну сторону, затем в другую. Что после этой процедуры я имею? Я имею лоб до сих пор, который болит. Примерно 2 недели уже делаю я такой массаж. Она, кстати, отсасывается из-за того, что очень большой диаметр. Она в определенный момент начинает отсасываться. Что я сделала, когда я получила синяки? Я просто так вот банку присосала и решила посидеть с ней. Но синяки прошли у меня не через короткое время, через 2 дня, при помощи такого же массажа. Я подождала 2 дня, а потом мне захотелось массаж повторить. Я не знала, что я повторю массаж, и синяки вообще уйдут. И вообще, если верить тому, что написано в интернете, ну и не только в интернете, просто какие-то статьи, они публикуются в интернете, то, что мы имеем следами от банок, не является гематомой, не является разрывом капилляров. Это, скажем так, наоборот, поднятие капилляров. Вот я, насколько могу, объясняю сейчас, безусловно, не обладаю терминологией специальной. Это именно поднятие капилляров, которые просто, скажем так, начинают видно быть. Но это не гематома классическая. Если вы посмотрите вообще на синяк, на след, точнее, от банки, вы увидите, что ведет он себя не так, как синяк. Синяк темнеет, потом желтеет, зеленеет, ну или в какой-то другой последовательности. Нет, он остается фиолетовым и просто потом исчезает. По-моему, масло мне попало в глаз. Что я делаю на остальной части лица? Присасываю банку, отпускаю. Присасываю,
отпускают. То есть фактически это массаж без движения банки по лицу. Насколько я знаю, такая технология существует даже с мелкими более, баночками более мелкого диаметра. То есть изначально, кто не владеет техникой, вот таким образом рекомендовано им делать. Присосали, отпустили. Зачем я делаю такой массаж, спросите вы меня? Конечно же, не из желания просто поэкспериментировать. Я делаю его по двум причинам. Первая причина, я много раз говорила, что я за интенсивный массаж. Я прямо-таки за массаж, который со стороны может показаться растяжением кожи. Кстати, по поводу растяжения кожи. Я вот всегда смотрю на свои локти, на свои колени, ну, на колени мужа и локти мужа и вообще других людей. И, в общем-то, если бы кожа у нас так сильно растягивалась, как она может якобы растянуться, на мой взгляд, якобы от массажа интенсивного, неважно, баночного либо ручного, то, мне кажется, кожа на локтях и на коленях повисла бы у нас уже очень-очень давно, ну, на какие-нибудь 20 сантиметров. Но, тем не менее, кожа обладает очень хорошей способностью восстанавливаться. Я также поняла это по своему животу после беременности. И у меня ребенок последний, крайний ребенок, он весил при рождении 4 килограмма 500 грамм. Когда мне сказали, я подумала, что я ослышалась, но нет, вот такой вес у него был богатырский. Второй ребенок родился с весом 4 килограмма, тоже не маленький вес, у меня был действительно большой живот. И Егорка родился с хорошим весом 3200, со стандартным хорошим весом. Его роды мне были самые легкие, по всей видимости, как раз таки из-за веса, такого нормального, хорошего веса. Так вот, я поняла, что моя, по крайней мере, кожа, но я и читала, вот если опять же вы поинтересуетесь этим вопросом, кожа, она обладает уникальными способами восстанавливаться, то есть она как раз-таки вот, ее свойства предусмотрены природой, в том числе растянуться очень хорошо, и потом опять же собраться со временем, но это время, оно там равняется буквально нескольким неделям, нескольким месяцам, опять же, по животу беременных женщин, мне кажется, это можно наблюдать, если женщина изначально была худой, не набрала много веса, а много, что такое много веса, стандартно, это больше 10 килограмм, а веса считается уже беременность, скажем так, в особенности, допустим, в Японии, это беременность, которая с перебором веса. Соответственно, животы такие восстанавливаются, ну, просто до состояния неродов. И поэтому таким образом я делаю. Это первая причина. То есть я не верю в растяжение кожи, а я верю, что эта банка очень хорошо засасывает именно мышцы лица, прорабатывает мышцы лица. Ну и вторая причина. Мне очень нравится, как я чувствую свое лицо. Я примерно такой же эффект могу добиться при помощи ручного массажа. Но на ручной массаж у меня уходит гораздо больше времени. Мне нужно очень хорошо давить. Вот таким образом я его делаю. Поэтому банка меня устраивает. Тем более на лбу, где у меня стала появляться морщина, залом, я стала хмурить лоб. И банка меня устраивает более чем. Я не забросила ручной массаж, потому что какие-то зоны, например, вот здесь, можно проработать только при помощи... Засвечивается экран сразу. Только при помощи рук. Эта зона, кстати, ее проработка, неважно, будете вы чуть-чуть делать, либо так сильно, как я, это зона как раз-таки, которая отвечает в массаже, не в лицевой гимнастике, а в массаже за то, чтобы снять спазм и чтобы носогубные кладки разгладились. То есть я в каком-то из видео говорила, если вы хотите при помощи массажа воздействовать на определенную зону, скорее всего, эта зона будет выше той зоны, которая проблемная. Например, глаза, если мы хотим, чтобы у нас приоткрылись, вот здесь нужно прорабатывать носогубные складки, точнее, я показала сейчас на морщины-марионетки здесь, на морщины курильщика. Вот здесь нужно прорабатывать. Заломы здесь, вот здесь расслабляем. Прежде всего вот здесь, на носу. Практикую ли я интероральный массаж? Да, практикую, но не очень его люблю, потому что нужно держать всегда руки наготове чистые, салфеточку желательно, чтобы пальчик вытирать. Но считаю интероральный массаж также очень эффективным, потому что если вы сделаете его, а что такое интероральный массаж? Вы изнутри делаете, орально, то есть изнутри вот таким образом, этим пальцем и вот этим прорабатываете обе щеки, зону под нижней губой, зону под верхней губой, вы тоже почувствуете вот такое классное напряжение и потом расслабление. И, соответственно, я тоже верю в эту технику, потому что я ее чувствую. Так же, как я чувствую интенсивный массаж. У меня лицо становится, я его ощущаю, как корсет. Вот можно ощущать, если бы сверху что-то надели на лицо, допустим, маску какую-нибудь надели твердую, и ты начинаешь ощущать, где у тебя брови, где у тебя лоб, где у тебя
да, любая зона на лице. Вот таким образом я такого ощущения добиваюсь сейчас прежде всего при помощи баночного массажа. Здесь он даже не присаживается банком. Но повторюсь, я не вожу банками. То есть я просто присасываю, отпускаю. Присасываю, отпускаю. Это невероятно приятно, по крайней мере для меня. Возможно, просто у меня уже подготовленное лицо. Поэтому таким образом я надеюсь сохранить свою молодость подольше. Надеюсь, что мой канал просуществует года два, и, соответственно, будет видно, работает эта техника или нет. Да, вот таким образом. Ну что ж, на этом с вами прощаюсь. Желаю вам сохранить вашу молодость любыми доступными способами, если вам хочется ее сохранить. Потому что я знаю, что очень многие женщины достаточно спокойно относятся к каким-то изменениям, которые связаны с возрастом. Мне кажется, я отношусь к этим женщинам. Но если можно сохранить то, что дано природой, почему бы и нет. На этом с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего вечера. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.